пришла в медико-диагностический центр. Нужно сделать УЗИ. Расскажу вам сейчас свою душераздирающую историю. Сижу в больнице. Так получилось, что еще полтора месяца назад, ну, как потом выяснилось, это было отравление грибами. Ну, я этого еще не знала. Было очень плохо. Болела и печень, и поджелудочная, все воспалилось. Вот такая больница тут. Сын меня послал к доктору, к семейному. Ну, она назначила анализы и назначила УЗИ. У нас, как всегда, медицина впереди планеты всей. Короче, они мне назначили УЗИ через полтора месяца. И вот это ж я пришла на УЗИ, думаю, ну что, бесплатно, все равно нужно пройти. Вот это сижу, жду в очереди. Такая больница. Ой, вот такие вот дела. Пришла домой. Покажу вам немножко свои покупки. Купила вот такие косточки, неплохие, обрезные, это в разрубочном на рынке. По 20 гривен килограмм. Наборщик. Хочу сейчас залью водой. И, наверное, завтра сварю борщ. Себе купила вот таких яблок по 11 гривен. Хорошие яблочки. Пряников купила по 56 гривен килограмм. Мои любят. Творог купила. Это не жирный творог. Может, вареника сделаю. Посмотрю. Или, может, блины с творогом, в общем, будет видно. Вот 60 гривен килограмм, это не очень дорого. Также купила вот такой цикорий. Вот вы спрашивали за цикорий. Ну, на нем написано, вот, усиливает обмен веществ, улучшает пищеварение, успокаивает нервную систему, облегчает проявление диабета. Вот это вот здесь вот можете почитать, если кому интересно. Тут самое главное, почему я его принимаю. Здесь есть в составе цикория такое вещество, как инулин. Он именно предотвращает развитие сахарного диабета. И он мне нравится. Я его пью с молоком, немножко добавляю корицы. Очень даже неплохо. Ну, вот такие покупки у меня на сегодняшний день. Пришло время обеда. У меня сегодня такой обильный обед. Так как не было у меня завтрака, я там, как раньше говорила, ходила в больницу. Вот, а там нужно все натощак. Ну, потом я по дороге съела яблоко, ну, там буквально 60 калорий в том яблоке. И здесь у меня, значит, 300 грамм супа. И потом у меня салат с квашеной капустой, там 50 грамм горошка. Филе отварное получается в сыром виде, там 135 грамм, кусочек хлеба 30 грамм и 2 кусочка сыра. Все это составляет 495, ну, будем считать, 500 калорий. Где-то я читала, что рекомендуется, если вы целый день не кушали, вечером пришли, хотите кушать, покушайте на 600-700 калорий, тогда вы не должны поправиться. Ну, все, до ужина. Такой сегодня у меня ужин. Перекус был, считай, на 300 калорий. Не удержалась, а съела один пряник и яблоки. Там получилось около 300 калорий. И тут 350. Это хлебушка 35 грамм, 17 грамм, ну, там 15-16. Я написала 17 грамм сала, лучок зеленый, 100 грамм творога обезжиренного и меда 13 грамм. Тут 350. И еще будет, наверное, чай с молоком. В общем, 350 калорий. Такой мой ужин. Всем спасибо. До свидания. До завтра.